Об этом преступлении мы рассказывали в конце апреля. В одном из домов деревни Кривцово Калининского района обнаружено тело маленькой девочки. В июне этого года малышке исполнилось бы 2 года. Задержана 41-летняя женщина, которая год назад оформила на девочку опекунство. По версии следствия, 26 апреля на почве внезапно возникшей неприязни женщина-опекун закрыла нос и рот девочки и удерживала так до наступления смерти ребенка. Почти сутки женщина находилась в доме рядом с мертвой девочкой и лишь потом позвонила в полицию. По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке, закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей и удерживала так до наступления смерти малолетней. Необходимо отметить, что в результате слаженной работы следователей, криминалистов Следственного управления, Следственного комитета, сотрудников областного управления Министерства внутренних дел, женщина была задержана по горячим следам. В рамках расследования уголовного дела женщина-опекун допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям-бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается. В этом доме женщина жила с 2 приемными детьми. Старшим 8-летним мальчиком и девочкой, от которой отказались при рождении биологическая мать и отец. Когда женщину задержали, мальчика направили в реабилитационный центр. Жалко девочку. Несмотря на собранные следствием прямые доказательства вины, в частности заключение медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической судебных экспертиз, женщина полностью отрицала свою причастность к убийству. В ходе расследования уголовного дела дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса «Халатность», расследование которого продолжается. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.